Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я сейчас на работе и через наушники снимаю вам очень красивый букет. Смотрите, какой он прекрасный. Это лимонисиумы, можете называть, сухоцвет. Это мне подарила подписчица. И вот я специально не ставила воду. И просто уже неделю стоит, и цвет совсем не меняется. Скажите, как прелесть, красота. Ну, в общем, я на работе и хотела вам кое-что показать. Будьте со мной. Так, мои хорошие, смотрите. И я с компьютера не зарегистрирована в ТикТоке, но я там не веду деятельность. Просто как пользователь смотрю какие-то прикольные видео. Вот, встретила случайно там вот этого замечательного парня. Его зовут Ника Казарян. Он актер. Тбилисский армянин, насколько я поняла. У него такие замечательные, разные, прикольные видео. Вы просто должны это слышать. Я всем вам настоятельно рекомендую. Инстаграм он тоже есть, но там нет таких интересных видео. В сторис в YouTube я добавляла историю про озеро в Севане. Сейчас я вам включу. Будьте со мной. Ерибане, есть озеро Севане. Чем тихий океан, под водой, под камнями, рыба фарисби, на полметра меньше, чем океан свидит. Ах, таш-туш, мадам попугай, таш-туш, таш-туш, мадам. И с голубым кинету, кадры с урана. Сейчас еще покажу кое-что из любимого. Вот тоже. Классный такой. Я оставлю ссылку в Инстаграм, на его Инстаграм тоже, потому что подписывайтесь. Давайте поддерживайте наших, да еще ко всему талантливых ребят. Друзья, едем после работы с Галюней. Помните, на нашем BMW, мы уже на нем не раз катались. На улицу Ереван Кочар 7. Там продают официальное представительство Шварцкопф краски, ну и средства по уходу за волосами. Вот. И Катя придумала, как быть. В Украине я была и красилась у мастера, и она мне дала, моя подруга дала мне рецепт. Вот. И чтобы здесь это дорого не обходилось, я сама куплю краски, и меня просто за 1500 покрасит. У меня и рецепт есть, там нужно несколько красок вместе смешать. Так, ты, может, поделишься секретом? Да, ты, если ты хочешь такой оттенок, то да. Бежево-бебельный такой блонд. Но более к пшеничному. Мне нравятся натуральные оттенки. Вот когда серый, пепельный, считаю, что... Ну, лично мне немного возрастит. Когда пшеница, у меня ассоциация с какой-то молодой девушкой. Болен. В общем, мы спускаемся по Баграмяну, и тут небольшие пробки. Но машин уже поменьше, да, Галь? Знаешь, да, где это Орифлейм? Другая дорога. Здесь вот этот вот парк хороший, да? Но его немножко чуть-чуть облагородить нужно.
хотя как бы там подукрасить. Местами, ну, чисто и там, но как бы вложиться в него больше, да, вот этот парк. Припарковаться проблема, да? Здесь живешь, что тут вообще прогуляться даже приятно. Смотри, вот идет прославочка. Ну, конечно. Законы не писаны людям. Ванг 7. И ранка чар 7. А по навигатору ты не смотрела? Нет. Я так не ориентируюсь, смотрела Ася. Рядом, друзья, вот мы и нашли Шварцкоп. Ой, тут уже не наша галь-дорога. Это с розовым оттенком, да? Вот это бежево-фиолетовый. Но надо еще понимать, что он на корни исходить другой же оттенок будет, если ты будешь ложить на русый цвет. Ну, этот цвет бежево-фиолетовый. Вот. Нравится? Да. Красивый. А ну-ка, давай-ка. Смотри. Он. Угу. Красивый. Не, мне вот это такое, я светлее хочу. Мне нравится, я вообще люблю стеклянные блондины. Тоже красивый. Тебя, да. Это что за цвет? Ну, видишь, он тут есть и серый немножко, да, и теплый вместе смешанный. Вот такие оттенки я предпочитаю. Не совсем серый, вот и не совсем желтый. И желтый тоже такой не нравится. А вот это красивый. Да, вот это пепельный. Нет, вот этот. Вот этот, да? 10-14. Одна это пепельная, а 4 бежевые. А вот это как? Какой? Это с розовинкой. Вот это бежево-фиолетовый. А, бежево-фиолетовый. Девятка у нас фиолетовый, а четвертый бежевый. Угу.